Сокар в топ-10 крупнейших компаний-экспортеров в Турции. Государственная нефтяная компания Азербайджана заняла 8-е место в списке. Об этом стало известно в ходе 29-го общего собрания Союза экспортеров Турции, которое состоялось с участием президента Раджапа Тайипа Эрдогана. На общем собрании были объявлены результаты исследования «Первая тысяча экспортеров Турции 2021». Согласно исследованию, в прошлом году экспорт страны вырос на 32,8%, достигнув 225 миллиардов 220 миллионов долларов. В 2021 году совокупный экспорт компаний, входящих в топ-1000, вырос на 33,2% по сравнению с годом ранее. Доля этих компаний в общем экспорте составила 54,7%, а количество компаний, объем экспорта которых превышает 1 миллиард долларов, составило 15%.